Всем привет! Я Дима и канал «Владелец аквариума». Сегодня я вам покажу один небольшой лайфхак, который я применил для того, чтобы разместить 60-сантиметровый светильник на метровом аквариуме. Итак, давайте глянем, что же я придумал. Вот, ребята, смотрите. Значит, это два куска пластика. Вот. Может, кто-то знает, кто сталкивался, из него появят много чего, всякие емкости, вентиляцию и так далее. Кому надо будет, кстати, вентиляцию, спаяем. Так, ну это маленькое отступление. Итак, что я сделал? Вернее, мы с другом, я пошел к нему в мастерскую, сделали вот такие две штуки. То есть вот эти выборки сделали под стекло десятку, чтобы становилось на стекло. А вот это для крепления светильника. Ну и вот как это все будет выглядеть. То есть, ну или так размещаем это на аквариуме. Вот эта сторона на стекле у нас стоит. Вот наш светильник. Ставим. Так. Сейчас мы... Неудобно одной рукой, я не знаю, как вообще так можно снимать. Итак. Ну вот, и получается вот что получается. То есть тут я смогу двигать эти два светильника, и вполне достаточно мне, пока будет достаточно для аквариума этих светильников. Тем самым я пока сэкономлю большие растраты и так далее. Ну а кто хочет посмотреть, как это на аквариуме уже выглядит, переходите в мой инстаграм. Инстаграм указан в шапке профиля, там есть ссылочка. Ну и название профиля в инстаграме я напишу. Вот. Переходите, там есть фотки, которые появляются раньше, чем я выпускаю видео. Всего доброго, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч!